Играет в эту игру с утра и до самой ночи, мечта. Мечтам. Мечта идиотам. Точка так, бром. Харизма просто поражает, не стульсь. Хорошо, Александр. Так, попытаемся засветить для наших БТ-шек. Вот, мы это делаем. Ну, для нашего отстрела, точнее, да? Но враги пока что сами не едут никуда, поэтому... А вот, вот, вот эта красота, о чем я и говорил, вот. Люблю Редшир с этого респа, потому что я всегда свечу на тяжах своей команде. То есть я приезжаю в позицию и стараюсь светить вражеских ТТ, чтобы мои тяжи, ПТ-шки, СТ-шки, все это все отстрелили. Но я здесь очень сильно и грубо ошибаюсь, два раза причем. Отдал очень много, по факту ничего не приобрел. Печально, печально, печальный моментик, но ничего. Все впереди. Все впереди, впереди, впереди. Ага, он мне дальний каток дал. Ох ты, блин, а я неправильный угол выставил. Ну, мы, конечно, танкуем, но я не могу в него стрелять в ответ. Вот это, в этом проблема. Оп. А, броня не пробита. Ага. Понял, все, молчу. Йоху надо повышать пробитие. Я уверен в этом. На все 100%. На весь 1000000%. Йоху нужен пробой. Ему его не хватает. Это факт. Это факт железобетонный. Ать, хорошо. Ой, еще и арточка по моему засветику. Ой, какая, какой молодец. Ой, соточка, да? Да ты что? Блин, он меня не уважает. И я рад. И я реально рад, потому что он едет погибать. Это хорошо. Так, теперь главное, чтобы нас кран не вкатил, и мы с вами не получили много урона. Но нет, вроде бы он это не планирует делать. Тихо-тихо-тихо. Оп, красиво. Аккуратно. Дробь вкатывает. Вот это проблема. А-а-а, чуть-чуть. Пиксель, пикселечек. Ать, хорошо. Оп, каточек сбил, но у нас-то есть резервная гусеница. Мы ведь играем на Йохе. Правильно, правильно. Сейчас будет добивание. Конечно, получил. Ну ладно, ничего страшного. Бывает. Так, я надеюсь, ты вазику будешь засаживать. Да, ты засадил вазику. Ты хороший мальчик. Так, 3800 у нас есть. Конечно, это не супер много, но, конечно, это и не мало. Все еще впереди. Может, мы еще дадим здесь как раз-таки. Бам, бабаха. Получай. Ненавижу бабах, поэтому она на фокусе однозначно. Бабахи — это нечисть. Бабахи — это... Ага, ага. Но стрельба, конечно. Просто фу-фу-фу, кака. Так, надеюсь, мне кто-то с конем поможет, потому что все-таки коня убивать это непростое дело. Очень сильный танк, как ни крути. Надо ему катки давать. Ать. Повредили каточек, хорошо. Ну и теперь надо просто его на второй ставить. Хотя, если смысл... Нет, смысла нет. Смысла пока что я не вижу. Конечно, можно было бы поставить и на катки, чтобы вазик дал урон по каткам, но у меня все равно 900 ассиста. Если я даже дам эти катки, будет такой же ассист, только по каткам. Так что, не бессмысленно. Поехали в Йоха. Ну, когда точно, я не знаю. Ать, таранчик. Оп, красота. Андрик. Ать, ой, не пробил, хорошо. Успеть, успеть. Найс, мы еще успели. Супер, 6к. Красота.